Итак, друзья, мы с вами находимся на пересечении улицы Черноморской и улицы Южного проспекта. Здесь у нас находится вход Параллели. С левой стороны столовая номер один. У нас сейчас уже лето. Давайте посмотрим, что там по ценам. Потому что говорят, что ценники, возможно, должны были к лету измениться и все подорожать. Посмотрим, сравним, как было, как стало. Давайте смотрим, что есть, ребята. Есть салфеточки, подносики, под хлебушек, подставочки. Белый хлеб 4 рубля, серый хлеб 3 рубля. Вишня 39, лимонник 35. Это за стаканчик, клюква 35. Вишня 35, каркаде 35. Суперфрукты 35. Можно купить бутылочку 0,5 за 99 рублей. Любые пирожные по 120 рублей предлагают. Вот сгущенная 30 рублей. Помидоры 60 рублей можно взять. Огурчики по-корейски 65. Свекла, майонез 65 рублей. Окрошка 90 рублей. И салаты свежей капусты 60 рублей. Мимоза с лососем 120 рублей салат. Сельдь под шубой 100 рублей. Рассортимент мы видим, что расширился. Цезарь с курицей 160 рублей. Греческий 130, оливье 95. Свежий краб 100 рублей, сметана, майонез, горчица, все по 30 рублей. Смотрим первые блюда. Борщ 75, солянка 120, суп лапша 85, суп сырный 100 рублей. Можно посмотреть, как выглядят первые блюда. Форель радужная 140 рублей за 100 грамм, лосось 270 рублей за 100 грамм, блинчики с лососем 50 рублей одна штука, блинчики с мясом 50 рублей одна штука. А яичко в какую цену, девушка? А, все, прошу прощения. Вот они, ценнички. Сырники 155 рублей. Это сырника 2 штучки со сметанкой. Пошли дальше. Корчок запеченный 82, ребра свиные барбекю 110 рублей. Это все за 100 грамм. Там, помните, какие корочки красивые, аппетитные. Отбивная с курицей 110 рублей 100 грамм. Отбивная из свинины 120 рублей 100 грамм. Плов из индейки 150 рублей 200 грамм. Индейка рубленная с ананасом 110 рублей 100 грамм. Котлета из курицы 188 рублей за штучку. Котлета домашняя 93 рубля. Рефтели 110 рублей. Рисик у нас 55-130, макароны 55 рублей 130, гречка 55, пюре 65, картофель по-деревенски 60, грибы запеченные 80 рублей. Вот так вот все красиво выглядит. И сухарики по 35 рублей. Ну и полностью можете посмотреть, в столовой сидят люди, кушают. Очень много сюда приходит постоянных клиентов. Если вы здесь кушали, тоже пишите свой отзыв. Будет очень интересно узнать, как вы питаетесь и что вам, допустим, какие блюда нравятся. От души спасибо большое.